Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 41 нарушение правил дорожного движения. 2 автолюбителя проскочили на запрещающий сигнал светофора, 6 водителей пренебрегли ремнем безопасности, 12 были наказаны за нечитаемые госномера и 6 за чрезмерную тонировку автомобиля. Зафиксировано 2 нарушения правил поведения на дороге со стороны водителей автобусов. Помимо этого, сотрудники ГИБДД 2 раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за прошедшие сутки были зафиксированы 2 кражи, 1 сообщение без вести пропавшим, 2 факта самоуправства, 3 факта повреждения чужого имущества, 2 факта оказания медпомощи, 2 мелких хищения и 4 административных правонарушения. 20 раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригады скорой помощи совершили 219 выездов. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 8 человек. 15 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 3 выезда, связанных с криминалом. Кроме того, 8 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 6 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 3 малыша – 1 мальчик и 2 девочки. Пусть окружение будет ярким и приятным. Оригинальные современные обои для любого интерьера. По лучшим ценам в городе. Бумажные, флизелиновые, обои под покраску, фотообои. Широкая цветовая гамма, всевозможные оттенки и актуальные фактуры не оставят вас равнодушными. Также карнизы, молдинги, кисточки, валики, клей и гарантия качества. Опытные консультанты помогут подобрать то, что нужно именно вам. Центр обои. Искусство создавать уют. На Ленина 41.